Hey, yo, guys, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы, короче, с вами немного лоханулись, убили босса, убили имперскую стражу и нашли вот такую вот деточку, которая сейчас у меня в руках. Вот она. Это инопланетная пушка. Так. Crimson Fantasy. Так, сейчас посмотрим, есть она у меня ли здесь. Кримсон. И... Если это крутой спуск... Или... Да, это крутой спуск, походу, или нет, я не уверен на 100%. Кто знает, что вас ждет в хранилище? Никто лучше не знает. Подготовиться как следует. Согласен. Лучше подготовиться как следует. Так, я слышу где-то железяку. Достойный только самого лучшего. Так. Подожди, 60 кусков, в принципе. Ой, я куплю все. Потому что, а что, у меня денег до херища. Да, сначала я телепортнусь. Глушь, полетели. Так, тык. Сначала пойдем в глушь с вами, потом продолжим. Я хочу забрать штурмовую винтовку на доске объявлений. Ух. Ну да, мы уже подходим к концу. Только нам, конечно, ход перекрыли, но это не беда. Мы же теперь можем юзать телепорты. Ну, хотя бы. Хотя они говорили, что закроют этот доступ такой. Это возможность. Норм пушка. В принципе, пушка норм. В скобочках дерьмо. У нас постоянно обновляется ассортимент. Ждем вас в наших магазинах. В смысле? Так, стопэ. Ага. Все, да? То есть в каждой локации улучшенной я могу купить что-то легендарное. Ну, именно. Окей. Так. Здравствуй. Бешеный граф сказал, что у него есть... Мне плевать на этого бешеного графа, послушай. Так, где эта миссия находится стоять? Crimson Fastness. Вот он. Crimson. Так, я вижу машины. Это значит, должно мне намекать с одной стороны на... На новых этих придурков. Так, окей. Что по патронам? По патронам, по патронам... Снайперскую винтовку нужно купить. Все. Я знаю, достоин самого лучшего. Ой. Ля, он тупой. Да, я не попал, вот я тупой. Как потерять весь магазин? Да ты задолбал. Кляч, ебаный. Нихера там железяк мертвых лежит. Ребят, у вас походу фетишизм на шлизяк? Не, один из них еще жив. И последний патрон. Блять. Так, железяк, какой из вас? Ты, да, еще живой? Так, где твоя
Где инструменты твои? Я тебе помогу. Так, обойти... Ой-ой-ой-ой. Получить ответы. Ответы здесь? Хорошо. Ремонтный набор. Сократить здесь я путь смогу или нет? Вот сейчас для меня вопрос. О, могу. Хорошо, значит, я тебе сейчас помогу. Ой, короче. Иди сюда, пес. Вы так, да, делаете? Окей. Ой, у того нет, нужно так убивать. Кликеры, кликеры. В таких, как ты, нужно убивать так, только так. Так, пускай ульта перезаряжается. Хорошо, что ты видишь. Так, где ты, железяк? Внизу, да? А, мне придется спрыгивать, что ли? Плохо. То, что мне спрыгивать придется, это плохо. Или я смогу залезть еще сюда? Вон, ремонтный набор вижу, ладно. Не, вот это рили можно сократить быстро путь, слушайте. Вот так просто взял, оп, оп, сюда зашел и ушел. А выхода все равно нету. Ну, зато я взял инструменты эти. Так, все, возвращаюсь к железяке, он мне дает апгрейд рюкзака, я вернусь немного назад. Там далеко от железяки. Нет, ладно, вернусь к железяке. Так, теперь вернусь обратно. Мне нужно купить патрон для снайперской моей винтовки. Если хотите первым добраться до хранилища, всё. Сперва придется устранить конкурента. Так, стопэ. Так, обширить рюкзак. Не просто взрываться. Приобретайте новые модели гранат. Там мне... Так. 505. 524 увеличение ХП. Тут тоже увеличение ХП, ну, моя лучше. Кто знает, что вас ждет в хранилище. Лучше подготовиться как следует. Все, железяку я починил. Ай, зараза, я пропустил, куда он уехал. О, все, все, все. Я просто опять забыл про то, что он уже может мне показать. Секретку. Так, тихо. Сюда еще рано. Так, раз. Два. Так. Херовая, 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 херовая. Гранаты, гранаты. Так, синька вижу. Да 3/4? Серьезно? Не для моего уровня? Ну, в принципе, ладно. Посмотрим там, как будет оно идти, это оружие. Так, там нету ничего. Так, здесь я могу сократить путь, да? Так. Хорошо, здесь я тоже могу сократить путь. Скажите, что да. Ой, хорошо, хорошо. Так. Просто я не хочу долго ходить, это страдать херней. Ого. Опа, ча. А что я нашел? Чик-чик. А, это типа дробаша, что ли? А, это дробаш такой. Типа местный дробаш. Так, стоять. Значит, тебя сюда.
А тебя я поставлю сюда. Теперь ты. Чё, бля? Он телепортнулся ко мне? Серьезно? Так, ладно, пускай ко мне идут. Недолёт, чел. Так, тебя сниму вот так. А! Ладно, где моя там гвардейская пушка? Так, хорошо. Так, тёлка где-то здесь снизу, да? Или здесь? Так, щит. Ну чё, как дела? А? Изи... Вдвоть! Знаете почему? И тут взрывной урон. А я не могу использовать... Взрывной урон? Пока не использую этот. Блять. Окей. Походу это инопланетная зона. Местная три... Зона... Не помню, 460. Ну ладно, не суть. Бля. Ну ладно, я уже рыханул. Все, пускай перезаряжается. Так, щит, 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 щит. Место есть, еще 16 есть, окей. О! Серьезно? Я не мог пролезть, или это не для моего класса, потому что я слишком большой? Окей. Так. В принципе, здесь я мог бы... Или я не мог? Не, не мог, ладно. Так. Ну, включу генератор. Но здесь слишком много места, чтобы я мог прятаться. Вот в чем дело. Бля. Это ж не просто так. Ладно. А, куда теперь? А, на выход. Хорошо, пойдемте. Давайте, открывайте. Бля. Бля.
где ты? Не убегай. Все. За время ульты я убил всех. И сейчас я, по сути, дойду до конца и апнусь. Мне норма. Так, поменять на снайперку. Хотите сказать, здесь тоже врагов не будет сейчас. А, мне бы сбегать. Ладно. До выхода дойду. Посмотрим, если там будет все нормально. Но если я смогу там продать, тогда окей, я продам там. Если нет, ну, придется где-то здесь продавать. О! Хорошая шмотка. Пистолеты. Не для моего, не для моего. О, там только что было очень что-то хорошее для меня. И. Я консоль открыл? Окей. М-ка. Так, что у меня? 238. 200. Вот, хорошая. И прицел есть. Высокая эффективность против брони. Шанс пронзить врагов кориозом. Повышение стихийный урон. Так, здесь два патрона. А здесь целых 6. Увеличенный урон при этом. О, нихера себе. Я, короче, посмотрел, мой револьвер намного лучше, короче. Ну, там выпал еще легендарный ревик. То я легендарный вот себе, скорее всего, поставлю. Плюс, потому что у нас еще будут ожидать DLC-шки для игры. Ну и все такое. То есть, у меня еще много будет времени. О, и как раз я мог продать. Купи аптечку, не пожалеешь. Ну, пускай стреляются. Не хватает патронов для любимой пушки. Похоже, вам нужен новый накопитель. Ну ладно, короче. Количество ограничено. Продать. Так, окей. Опа. Кстати, это что, новая локация? Да, это новая локация. Готово. Так, куда мне идти? Мне нужно сюда идти, окей. Эх, хотел ультануть и вышить. А, конечно. Так, сейчас гвардия будет, да, вражеская. Наперед, наперед. Промахиваюсь, конечно же. Промахнулся, конечно же. Ладно, лучше ультанул, отвлекаюсь. Нужно отойти, короче, отвлекаться, потом буду нападать. Так, и посмотреть, может тут где-то есть со зданием еще сундуки. О, эти инопланетяне. Вот они. Так, окей, так, это дробаш. Мне нужна снайперка моя. Так, сейчас я буду 34-го. Так, теперь дробаш. Так, он ближе подходит.
Вот так. Ой. Или это была не бомба? Так, хорошо. Так. Где мои пришельцы? А, это... То есть я буду по этой всей локации бегать? Такое дело. Так. Это что, тоже новенькое по звукам. Ой-ой. Так, тихо. Новый уровень, готово. Так. Окей, хорошо, сами напросились. Сначала убиваю турельку. Так, теперь ты иди ко мне. Так, ребят, вы там наверху, я не знаю, как вам попасть. Окей. Вам повезло. Считайте. А, я нашел, уже поздно, ладно. Так, использую дробаш. Новационный. Так, окей, я иду к вам. Вы готовы умирать? Так, здесь тоже дверь открывается. Окей, полезу сначала на крышу. Закрыто, окей. Так, прокачаться. Давайте лучше прокачаю себе длительность, наверное. Хотя... сопротивление урону. Тоже полезно. Так, один есть. Осталось еще два. Ребята сами не хотят мне открывать проход к ним наверх, поэтому я к ним тогда и не полезу. Так, инопланетной сущности здесь нету. Последний раз говорю, открывайте дверь. О, открыли. Ой-ой. Тише, тише, окей. Где мой там дробаш? Так, типа на одну, да, пушку? А нет, я под... или на одну? Не, не на одну. Места уже нету. Придется возвращаться обратно. Никто не спорит, что это все твое. Брик. Так, по снайперкам. Это херня, поэтому идет все на продажу. Так, далеко мне бежать? А нет, так как мне придется все равно возвращаться, окей. Хотя давайте или до конца уже локацию эту закончим. Только мне кажется, будем ее долго еще заканчивать. Знаете, короче, на вот этом вот здании вот так закончу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.